Всем привет, друзья! Вы на канале Дудаплей, и мы играем в Roblox, продолжаем играть в копателей всяких сокровищ. И у нас бомбочка есть, которая взрывает все, что находится внизу. Ну, давайте что-нибудь другое возьмем. Так, оборудовано. Вакуум, смотри, вакуум есть. Давай его попробуем купим, посмотрим, что он делает. Этот вакуум. Ох, нифига, вакуум, здрасте. Вот, его я могу указывать туда, куда я хочу. Он, конечно, слабенький, но зато я им хотя бы руковожу. Вот, смотри, есть сундук, да? Есть. Так, блин, как вакуум классный. Вот сундук, смотри. Я его сейчас открою. Офигеть, радужный сундук, какой он дорогой, блин. Как сколько же много у него. Я его, наверное, не открою. При всем желании. Я даже его не буду пытаться открыть. Ой, я опять сюда упал. Вниз. Эх, ладно, что делаем? Вакуум, в принципе, хорошая штука, но она слабая достаточно-таки. И у меня куда-то, ребята, делся питомец. Я что-то понять не могу. Он у меня был? А куда делся, я не пойму. Ладно. Он, блин, столько денег стоит. Он достаточно дорогой. Опять этот вакуум. Опять этот радужный сундук. Нет. При всем желании радужный сундук я не смогу открыть. Поэтому немножечко сейчас пройдемся сюда. Посмотрим, что здесь есть. Вот ты, вонючий кот. На турбодвигателе. Блин. А я тебя потерял. Ты где вообще бегал? Нам нужно искать сундук какой-нибудь классный. Медленный вакуум, но, в принципе, достаточно-таки тоже быстрый. О, сундучок, смотри. 900 монет, вот мало. Мне надо какой-нибудь крутой. Ух ты, там тоже какой-то, смотри, сундук. А, нет, это обычный, кажется, сундук, да. А, нет, редкий. Тысяча монет я заработал. Редкий, но не особо редкий. Опа, светится что-то, светится. Блин, а почему я так сильно упал-то? Ё-моё. Как? Ладно. Сейчас проберемся наверх. Попробуем подняться. Вот какой-то сундук, смотри. Это обычный. Ладно. Еще один сундук. 1000 монет. Ну, мало, конечно, 1000 монет. Вот, светится какой-то, смотри. Эпический сундук. 3000 монет. Блин, эпический сундук. Фигня какая-то, а не эпический сундук. Конечно. Опа, опачки. Где? Где этот сундучок был? Нет, это не тот. Блин, это редкий просто сундук. Какой-то я видел, светился сундучок. Что-то я не понял, куда он сейчас. Как бы здесь обзор такой не алло. Не алло, конечно. Ладно. Блин, а куда я опять упал далеко?
Да. Опа, опа, опа. Снежный сундук. Я его хочу. Сколько там будет, интересно, монет? Сейчас проверим. 1 миллион. Ой, круто, круто, круто. 1 миллион, это круто. Так, а здесь я смотрю, пусто вообще, да, все? Достаточно. Вот он. Вот он, ребята. Сундук моей мечты. Сейчас мы посмотрим, зайдем сюда и попробуем его. Чего? Сундук трезубец? Красивый, красивый сундучок. Посмотрим, сколько же он даст денег. Так, рюкзак полный. Как назло, у нас заполнился сундук. Ну, это ничего страшного. Я все равно его открою. 4 миллиона у меня сейчас монет. Но я хочу больше. Сколько? Сколько? Блин, сколько там было-то? Почему? Я не видел. 2,5 миллиона, что ли, получил? Так, ну, скоро здесь эта локация закроется. А мы с вами купим сейчас рюкзак какой-нибудь помощнее. 700 тысяч. 1,5 миллиона маленькая канистра. А средняя канистра 4 миллиона. Да, давай возьмем среднюю канистру. Покупаем. Все. Средняя канистра. Сколько у меня там? 15 тысяч. Офигеть. Вот это я понимаю. Вот это хорошо, 15 тысяч. Блин. Сейчас я на какой-нибудь зайду сундучок. Опа, опа. Блин, там столько сундуков было. Ребята, реально. Сейчас я... Блин, на два блока он не прыгает, только на один, да? Опа, 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 опа. Вот сундук. Сундук кентавра. 26 тысяч. Мало. У меня уже ачивка. Опытный. Опытный этот самый охотник. Хорошо. Прыгаем сюда. И наверх попробуем. Там я тоже где-то видел сундук. Вот он, ребята, сундук кости. Сколько дадут денег мне? 2 миллиона. Офигенно, просто. Слушай, это крутой у меня аппарат. Столько денег сразу дает. Сейчас наверху посмотрим, есть ли что-нибудь там, сундучок какой-нибудь. Хотя навряд ли. Все, уже выше не могу поднимать, понимаешь? Вот светится, что-то светится. А, небольшой какой-то сундучок был, я его даже не прочитал, как он называется. Но вот эта штука прям мне очень нравится. Так, вот еще сундучок. Ну, это сундучок. Сундучочек маленький. Попробую его открыть. Золотой сундук! Черт! Восстанавливающий диксайт. Ё-моё, блин, ребята, эта фигня восстановилась. У меня там такой крутой был сундук, который я мог открыть. Монетки, монетки, собираем монетки. Очень хорошо. Блин, розовый. Ах, розовый, дайте мне розовый. Все, ну что успели собрать, то собрали. Все, все пошли копать. Давай где-нибудь мы здесь будем прокапываться. 2,5 миллиона. Опа, есть сундучок один. Маленький. А что у меня за эти рубины будут? Что я смогу за рубины покупать? Вот это интересно. Что-то интересное, я думаю. Так, сейчас вниз насчет. Можно было мне инструмент, кстати, поменять. Слушай. Не, где у нас? А как меняется инструмент? Я еще пока не понял. Ну, наверное, заходить в магазин надо. Оборудуйте. Это типа у меня уже есть.
А, вот, видишь, оборудовать написано было. Типа я могу взять его молот. И молотом фигачить сейчас все. Он очень мощный молот. Но здесь, видишь, если повезет. Блин, он автоматически, я забыла, я нажимаю. Оп, он автоматический. Поэтому если у меня реально будет сундук какой-то. Вот, есть один сундучок. Но он быстрый. Но, к сожалению, он на автомате все работает. Опа! Вот если подо мной будет какой-нибудь сундук, вот тогда я смогу его открыть. А так нет. Он у меня не поворачивается, это копатель этот. Просто копает вниз. Фигня. Вон, пропустили сундук. Еще один сундук пропустили. О, есть один. Ну, как-то так. Ладно, ребята, я пока буду копать, зарабатывать монетки. А вы обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока-пока, до новых встреч, в новой серии мы тоже с вами что-нибудь будем копать.